Дамы, всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у меня для вас есть замечательная новость. В конце сентября, с 26 по 29 сентября, в Москве, в Сокольниках, в павильоне номер 4, состоится замечательная выставка «Формул рукоделия». На самом деле, «Формул рукоделия» 3 – осенняя, новогодняя и весенняя. Ну, конечно, самая сочная, самая вкусная из них – это осенняя формула рукоделия. Потому что мы приходим после лета со свежими силами, с энергией. И мы знаем, что впереди долгая зима, и нам придется шить. Итак, для вас Ирина Юрьевна Муханова будет в павильоне номер 4 с тканями, панелечками, прикладом, ножничками, ниточками, иголочками и прочими приятностями, которые просто необходимы каждой лоскутнице. Новость номер 2. В субботу в 4:20 на главной сцене в павильоне номер 4 состоится дефиле лоскутных одеял, где ученицы нашей Академии лоскутного шитья покажут вам не все, а свои самые лучшие лоскутные одеялки, которые они шили с Академией. И у вас появится прекрасная возможность посмотреть на работы ваших коллег, побыть в качестве народного жюри, чтобы выбрать лучшую работу и посмотреть, как за нее вручают, ох, какой нехилый приз. Ну и, конечно же, чтобы записаться по льготной цене на курсы Академии лоскутного шитья. Приходите, мы вас ждем. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня!